Сенсей, передай привет Андрюхе. Здорово, Андрюх! Чтоб у тебя все хорошо было. Со стороны видео, как будто его лопатой убиваешь. Он перерезает ИППшку, его ранили в правое ухо. Русскую ИППшку! Ощущение новичка от русской ИППшки, расскажи. Все очень замечательно. Она греет и приятно пахнет на ухе. Вообще. Только я не могу дышать. Так, итак, возвращается разведчик. Да. Ты сколько нашел? Вообще, вы должны в общей сумме найти 4, так что чеши еще один ищи. И на подходе ждем вертолет для посадки. Уже над нами кружит, мы не ставим пока сигнальный огонь, потому что нам надо двоих раненых утаскивать. Собирай лагерь, собирай. И с рюкзаками спускайся, твое место около столба, где турники. Здесь ранили одного бойца на горе, укрепление. Вон, сенсей перевязывает его в левое ухо. Сейчас готовим эвакуацию вертолетом. У него с той стороны пулеметный дот был. Сейчас посмотрим, как у американцев дело. Там полный дурдом. Он повесил трусы на елку. Вот, для отвлекающего маневра целую маскировочную сеть. Вон, ты его слышишь. У него ранен вьетнамец в колено. После минометного обстрела их повзрывали сейчас. Так, привет, Андрюх. Андрюхе, помахайте рукой Андрюхе, автоматом помашите. Андрюха, скажи привет, выздоравливай. Андрюх, прости меня за то, что тогда случилось, не хотел. Выздоравливай, скажи. Да, ждем тебя, за мой счет, короче, когда придешь, я тебе квасу куплю. Вот, давай. Давай, удачи. Да хоть квасу. Андрюха, эвакуируемся, короче, прости, что тот случай не хотел. Не бойцы знал, вот Саша объяснил, короче. Ждут посадку вертолета. Машем, все, подали сигнальный огонь. А, в глаза светит, да? Ну ты в глаза не ставь. Немножко отвернитесь от фальшвера, вы будете видеть. Все, тут дома он освещает, но этот, не, вас не слепит. Китайский фальшвер. Японский. Жопанский.